мы предоставим сейчас право царствовать на этой сцене. Мы начинаем наш торжественный вечер с гала-концерта. Его открывают участники младшей возрастной группы. Я приглашаю на сцену Алетину Татьяну из поселка Пяозеро. Коровицын, финская полька. Щелкунчик. И мне кажется, что наша юная исполнительница, после того, как она посмотрела такую прекрасную сказку, будет понятнее и легче исполнить музыку русского композитора. Мишель Элизабет Адлер Холтер исполнит пьесу Чайковского «Старинная французская песня». Александра из поселка на Двоице прозвучит пьеса Анастасии Сало «Росинки в радуге». Thank you.
Мелехова Диана, учащаяся детской музыкальной хоровой школы города Петрозаводска. Моцарт. Контрданс. Элина Равдугина-Материнская. Thank you.
выступление младшей возрастной группы завершает Карпенко Алена, город Кондопока. Валават, Золушка и принц.